Так, друзья, обрадуем жителей данного подъезда, повесим Владимира Владимировича прямо в лифт. Так, ровненько, ровненько, ровненько. Отлично, кажется. Так, теперь устанавливаем камеру, чтобы никто, не дай бог, не украл. Твою мать! Охренели, я. О, ну что это? Ё-моё! Ай, Камелия! Я бы хотел видеть живучи. О, ничего себе! Да вы что, не попал? Вы что, серьезно, что ли? Что за хрень? Зачем тебе делать? Это вербовка или что это? А зачем это нужно? Кто ты вообще придумал? Прицепили со всей дури. Чтобы не отцепили даже. Ты прикинь, это... Тебя же просто изничтожат. Да, кстати говоря. Я думаю, что мы еще максимум. Не нужно. Смотри, там камера. Потом тебе скажут за то, что... Цветы, овации! Ой, ёб твою мать! Какой дурак повесил! Я знаю, вот здесь вот камера. Ну не надо, не смотри. За нами следим. Конечно, страшно сразу-то. Ну зачем страшно, правда? Ходишь, как будто человек. Что ты пугаешься? Мама, так там не сделала. На тебе ключ. Мам, ты не ломай новый лифт, мам. Сонечка, Зонечка. Вон камера я видела. Ой, какая я была веселая, красивая. Что ж со мной стало, а? Ну, как бы... И чердок. Это чё? Здравствуйте. Это чё за говно? Ой, так же нельзя говорить. Камера со звуком пишет? Да. Какой кошмар! Это что такое? Вы что, шутите, что ли? Вообще уже, подожди. Подожди. Ой. Ой. Нельзя взорвать. Нет, нельзя. Видишь, мам. Ой, здравствуй, как мы тебя любим. Куда, откуда ты? Откуда ты такой? Мам, любим. Куда повесим? Ну, в какой стати? Ну что, давай. Ведь я тебя прокатил вместе с Путиным. Полюбуйся, полюбуйся. Нет, ты на Путин, что ты на себя любуешься? Привет, привет. Заходи. Всем здрасте. Да? Вот, смотри, кто висит. Кто это? Здрасте, Владимир Владимирович. Здрасте, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович Путин. Здрасте, Путин. Да, здравствуй, Путин, скажи. Здравствуй. Иди за нами, да? Иди за нами. Не трогай дальше. Батюшки мои. Что это такое прибил-то? Шмар какой-то. Ну, я зашла, даже впугалась вначале. Что это? Я даже опешила. А давайте мы здесь. Нет, я не знаю, что. Ну пусть. Нет, зачем? Нет, ну вы зачем снимать? Не надо. В смысле, зачем он здесь? Ну не знаю, я даже вошла и испугалась. What the fuck? Вы издеваетесь, что ли? Вы, в смысле, серьезно? What the fuck? А можно куда обратиться? Я не хочу вот это вот смотреть. Блин. Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капли. Зачем? Видели? Сейчас ему нарисуют рога и усы. А ты думала, ты одна будешь кататься? Нет. Ёб твою, блядь.
девчонку повесили, блядь. С попами. Батюшки светлые. Это не Чайковский. Да? Это не Чайковский, это президент нашей страны. Путин Владимир Владимирович.